Искусственный космонавт отправился покорять космические просторы. Сегодня утром с космодрома Байконур в Казахстане стартовала ракета-носитель с космическим кораблем «Союз МС-14». На его борту к МКС в штатном кресле для космонавта летит человекоподобный робот «Федор». Он проведет на орбите около 17 дней. Среди его задач – передача телеметрии, а также определение параметров, которые связаны с безопасностью полета.